Анонс и точность выхода 24 серии турецкого сериала «Невеста». 24 серия сериала выйдет в эфир 19 мая. Ранее в сериале мы увидели, как Дарья провожает Ханчери Джихана в спальню. Она украшена романтический номер, о чем женщина прямо и говорит. Она рассказывает, что они могут воспринять эту комнату как номер для молодоженов. Хотя она и понимает, что это не уровень Джихана, но это лучшее, что они могут предложить. Ханчер смущена этим, однако у нее не остается выбора. Она переодевается в пижаму и просит Джихана сделать то же самое. Мужчина говорит ей, что он пробовал, но ему ничего не подошло. По просьбе Ханчер он ложится спать в рубашке, а между ними находится подушка. Дарья звонит Мукадир. Она говорит женщине, что справилась со своей частью договора, а Мукадир обязана исполнить свою. 24-я серия сериала выйдет в эфир 19 мая. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик и будьте в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.